қысқарай барлық әскерлердің бар жағдайы дұрыс па? Бәрі жағдайы дұрыс. Дайындық, жылдың қорғанысы. Дайындық, қазір проверка өтіп жатыр. Сегодня мною было доложено Верховному Главнокомандующему о состоянии дел в вооруженных силах в ходе оперативной боевой подготовки вооруженных сил и текущих мероприятиях, которыми занимаются на сегодняшний день войска. Сегодняшний день идет итоговая проверка в вооруженных силах. Особое внимание уделено проверке подготовки тактического звена войск. И промежуточные результаты показывают, что войска имеют достаточно хорошую подготовку. Сегодня, кроме того, мной было доложено Верховному Главнокомандующему вопросы, касающиеся взаимодействия с новым Министерством обороны и аэрокосмической промышленности, в связи с тем, что идет сейчас передача обороны промышленности в состав нового министерства. Нами достигнуто полное согласие взаимодействия по этим вопросам, и я думаю, что в дальнейшем эта работа будет продолжаться. Президентом поставлена задача организовать самое тесное взаимодействие между двумя министерствами, оказание друг другу взаимной поддержки и помощи в решении всех вопросов.